По меньшей мере 36 человек погибли, в том числе двое детей. Еще 140 получили ранения в результате массированного ракетного удара, нанесенного по Украине в понедельник. Таковы данные по состоянию на вечер 8 июля. Российская армия обстреляла Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. 9 июля власти украинской столицы объявили днем траура. Там в числе погибших 22 человека. Предупреждаем, следующие кадры и информация могут негативно отразиться на вашем эмоциональном состоянии. В Киеве под удар попала крупнейшая детская больница страны – Охматдет, являющаяся в том числе основным детским онкологическим центром. Украинские СМИ опубликовали кадры последствий обстрела. Некоторым матерям, детям, проходящим химиотерапию, вынужденно оказывали помощь прямо на улице. Тут все лежали маленькие дети. Просто там все порозривало, порозлітало, але там всі лишились живі. І у нього повибивали всі апарати. Сказали, ніби зараз будуть якраз переводити якусь іншу лікарню. А де зараз малий ваш? На 7-му поверсі його підготавлюють, тому що він без препаратів, без апаратів не може жити. Там дуже багато крові було. Сказали лікар, який нашу дитину оперував, йому годік Олег Святославович, йому потрапила в голову, не знаю, чи він виживе просто. Пролунала повітряна тривога, почала всі. Так як відділення тяжке, всі під інфузіями і всіх не можна взагалі приміщити, ми потроху їх почали стягувати в коридор. Лежачих не знали, як спустити, і якраз я витягувала лежачого з боксу, і тут така хвиля просто. І ну просто щастя, що на дитину взагалі нічого не потрапило. В цей момент ми перебували в відділенні ІХТ. Інтенсивна хіміотерапія з дитиною. Якраз зайшли в палату після процедури і стався вибух, а потім буквально через кілька секунд почали вилітати вікна. В нашій палаті теж вікна вилетіли. Слава Богу, ми встигли заховатися, ми не постраждали. Это детская больница, которой нету никаких военных. В больнице погибли двое взрослых, в том числе врач. 7 из 16 раненых – дети, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Ракеты обрушились на город в 10:30 утра. Люди знаходяться під завалами, робимо максимально, щоб швидко врятувати цих людей. Тобто роботи йдуть і в цьому районі міста Києва. Знаємо, що і в інших районах міста Києва така ж сама ситуація. Збить удалось 30 із 38 ракет, сообщили українські воєнні. К полудню понедельника в больнице доставили по меньшей мере 52 раненых. В то же время медики, волонтеры помогали спасателям разбирать завалы в поисках пострадавших. Охматдет – главная детская больница Украины. Одна из самых важных не только в Украине, но и в Европе. Исключительно детская больница. Охматдет спас и вернул здоровье тысячам детей, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна сполна ответить за все свои преступления. Против людей, против детей, против человечности в целом, написал украинский президент. Президент Молдовы Майя Санду выразила солидарность с украинским народом. «Война с детьми. Мы должны называть вещи своими именами, говоря о том, что произошло сегодня в Киеве. Убийство детей – это не про идеологию, геополитику или политические дебаты. Это о невинных детях, о бомбах, поражающих больницы, где малыши борются с раком. Это о детях, умирающих на руках у матерей. Это война против детей. Шокирует то, что некоторые до сих пор отрицают эти зверства». Российская Минобороны подтвердила, что атаковала десятки целей на территории Украины, но в попадании по больнице винит украинскую систему ПВО, отмечает BBC. В сообщении Минобороны РФ утверждается, что на клинику упала украинская зенитная ракета. Тем временем в Службе безопасности Украины заявили, что Россия поразила госпиталь ракетой Х-101, обломки которой с серийным номером были обнаружены неподалеку.